важным человеком. Нет никого в этой стране, кроме нас. Другого времени у нас не будет, мы живем сейчас. И это как раз то время, когда нужно делать то, чего еще не делалось. Мы сегодня вам покажем 4 работы, которые были сделаны за эти дни. Эта работа представляет из себя такого своего рода трейлеры тех фильмов, которые эти молодые режиссеры мечтают снять. Фильмов нет, трейлеры уже есть.